наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. И, друзья, сегодня мы с вами проведем один ритуал. Он простой и универсальный. Этот ритуал может провести кто угодно, без каких-либо навыков и развитых способностей. Это, друзья, чистка яйцами. И лучше всего проводить подобную практику на обувающей луне. Но если вам нужна чистка незамедлительно, срочно, то проводите ее в любое время. Также вы можете проводить этот ритуал и в том случае, если вы чувствуете, что вам его нужно сделать прямо сейчас. Этот ритуал поможет вам избавиться от негативных программ, чужого влияния, энергетических блоков и бытового негатива. Все это мешает вам проявлять себя, пополнять ваши энергетические запасы и чувствовать радость и, конечно же, быть здоровым во всех планах. Итак, что нам понадобится? Нам понадобится ранее неиспользованный стакан, нам понадобится вода, по возможности святая, солнечная, если нет, то берем из крана, и понадобится яйца. Лучше брать всего те, что еще не были в холодильнике. Итак, как мы будем проводить эту практику? Возьмите стеклянный стакан и каждый день перед сном заполняйте его водой наполовину и на него произносите свое, возможно, пожелание. Вы же можете молитву «Отче наш». И после того, как вода будет заряжена вашими словами, разбейте в стакан яйцо и оставьте стакан у изголовья кровати или рядом с собой и ложитесь спать. Утром вылейте все это в унитаз и произнесите фразу, которая закроет данный ритуал. Например, все мои проблемы, все мои недуги уходят вместе с этим яйцом. Энергия моя чиста и светла, да будет так. После этого помойте стакан и оставьте до следующего ритуала. Эту практику нужно делать несколько дней подряд, но не больше 10 раз. Стакан, который вы используете в этом ритуале, вы можете оставить и для других ритуалов, но использовать его для питья не стоит. И еще один, друзья, момент. Во время чистки все вот эти дни, возможно, вы будете один делать день, возможно, 3-7, отслеживайте свое состояние. События, сны, мысли. Возможно, вы какое-то время будете чувствовать себя нехорошо, но знаете, это временно, потому что часто чистки вызывают временные негативные эффекты, следом за которыми идет очищение и благо. Не пугайтесь своих реакций, но следите за ними. Надеемся, друзья, наш ритуал вам поможет в жизни. Мы вас всех любим, целуем, обнимаем и услышимся в следующем видео.